Новый Орлеан. Кто здесь? Пожалуйста, вытащите меня. Ты хочешь, чтобы я полез в воду ради тебя? И намочил новые швейцарские трусы? Но я же утону. Ладно, пошли, время смерти коронера отправить. Умоляю, сэр. Да забей, он того не стоит. Ну ты псих. Фильм режиссера Вернера Херцога. Хорошая новость, Эрнс, в том, что вы сможете вернуться на службу. Плохая, вас будут мучить весьма сильные боли в спине. Он был хорошим полицейским. За признанные лидерские качества и твердость характера лейтенант Эрнс Макдональд. Но порой... Вот наш подозреваемый. Дональд Готшоу. Хочешь обсудить? Я в порядке. Все те же проблемы со спиной. Лекарства принимаешь? Только те, что доктор прописал. Один грех. Тянет за собой второй. Запрещенные вещества имеются. О, ошибочка вышла. Третий. А ты кто такой? Тот, кого ты ограбил. Хочешь все исправить, гони полтинник баксов. И не заставляй меня искать тебя, Терренс. И 25-й. Пойдем выйдем, разговор есть. Предлагаю заработать денег по старинке. Я все расскажу, детектив. Ну ты просто псих, черт подери. Невероятно, сколько всего можно достичь, если иметь перед собой простую цель. Завораживающее зрелище. Руки на стену, вывернуть карман и вытряхнуть сумочку. Как насчет затяжки? Давай. Одна из лучших ролей Николаса Кейджа. Какого черта у меня на столе игуаны? Какие еще игуаны? Ты че, нет там никаких игуан? Где моя пятнашка? Ствол убери. Всех вас положу. Будем гнать до рассвета, детка. Николас Кейдж. Эва Мендес. Экзибит. Им же насрать на то, что ты коп. Добавь пару пуль. Да зачем, блин? А у него душа еще поет. Плохой лейтенант. С 26 ноября в кинотеатрах.